полковников. Они ослепляют меня наукой, Слушай, ой, я... Леди и джентльмен, разыскивается человек. Кто-нибудь из вас видел этого милого хруп? Вот здесь. Вот ты где! А я ношусь тут тебя ищу! Круть! Я встретил одного мексиканца, он знает Пенни. Сказал, она идет сюда. Давай, в очередь! В таком виде? Гарри, сюда приходят только очень умные люди. Нельзя идти туда одетыми, как два придурка. О, да. Ну, давай накупим умные одежды. Релакс, бэби, бекун. Релакс, бэби. Ты уверена? Что? Ты уверена? Это вручение Нобелевской премии. А к нам взял и приехал. Идите за ним. Я побежал. Это правда.
случайно вечером свободны. Не поменяйте почки. Но для него. Ему она нужнее. Что же это? Надеюсь, хотя бы не сердце. Нет. Но это на почке. Душа. Я на это вылепил вот так наорол. Когда приду к нему по записи во вторник. Опять подвел тебя. Есть. Я дал вырезать свою почку. На заднем сиденье ржавой Тойоты. А ты мне Хау! Вы такие клёвые! Чем мне вам отплатить за все, что вы сделали? Деньги есть? О, да, кажется, есть пара долларов. Класс!